13 июня в Магадане открыли летний сезон. Жители и гости города не просто насладились прекрасной погодой и живописными видами Колымы, но и посмотрели концертную программу. Также на горняке присутствовали аниматоры в костюмах трансформеров и главных героев из мультфильма «Смешарики», которые могли развлечь даже самых маленьких гостей. А для детей постарше была возможность поиграть в напольные шашки или прокатиться на лошадях. Сегодня, наконец-то, в наш Магадан солнечный пришло лето. И Дом культуры «Снежный» сегодня подготовил яркую программу концертную. Сегодня у нас на открытии играет оркестр эстрадной музыки, также будет концертная программа, фейерверк и, конечно же, много же сюрпризов вокальных, танцевальных. Хедлайнером мероприятия стал оркестр духовой эстрадной музыки. Они исполняли всеми известные и узнаваемые песни из советских мультфильмов, чем смогли порадовать не только маленьких зрителей, но и взрослых. Каждый год на горняке у нас происходит открытие пляжного сезона. Стабильно мы работаем всегда на этом празднике, участвуем и играем концерты. Добрый день, дорогие магаданцы! Это получается добрый день, уважаемые гости нашего города. Грубо говоря, открытие в Магадане лето. Начало лета в Магадане. Несмотря на то, что в первые дни лета магаданцы не так часто видели солнце, погода во время открытия летнего сезона точно была замечательной. Надеемся, что все лето у нас будет такое же солнечное и теплое, как на выходных. А вечерний Магадан, в свою очередь, узнал у жителей города, с каким настроением они пришли на горняк. Настроение прекрасное. Наконец наступила в Магадане солнечная погода, тепло, да и ветер, в принципе, особо не мешает, потому что тоже такой недостаточно холодный для Магадана, так скажем. Все замечательно. Ребенок ждет оркестр, наконец дождалась. Прекрасное настроение, такое же прекрасное, как и сегодня.